Есть уже микрофон? Конечно. Да. Аня переболела менингитом. Ты нормальная. Слышала 7 месяцев. И, в общем, тяжело ходить. Сегодня утром, встав, она сказала: мам, я слышу. И аппарат сняла, да? Да, она сняла аппарат. Пришла сегодня в школу без аппарата. Так, ну, хорошо. Так, ну а ты в двух словах расскажи, что ты сейчас слышишь, как ты маму обрадовал? Это у нас Людмила Михайловна говорит, все должны немножко плакать, потому что, говорит, это слез радости. Ну скажи в двух словах, как ты слышишь сейчас? Я была маленькая, мне было очень хорошо. А когда? А сейчас, ну? Когда я была большая, я ходила с аппаратом. Когда я достаточно, я начала слышать. Начала слышать и без аппарата.